у нас необычный спектакль. Сегодня мы хотим рассказать вам о книге. Вот об этой книге. Антуан де Сен-Экзюпери «Маленький принц». Трудно поверить, но эту маленькую книжку многие называют одной из главных книг 20 века. Она вроде бы написана для детей, но на самом деле предназначена в первую очередь взрослым. Ее можно читать и перечитывать снова и снова, и в каждом возрасте находить в ней для себя что-то новое и важное. Это одна из самых издаваемых и самых продаваемых книг в истории. По числу переводов она уступает только Библии. В чем ее секрет? Наверное, в том, что она о вещах неразрывно связанных с жизнью каждого человека, о дружбе и одиночестве, обычной любви и верности, о долге и потере, о поиске смысла жизни, о добре и зле, о жизни и смерти. А поскольку разговор о любой книге начинается с вопросов об авторе, то мы решили начать наш рассказ с разговора об авторе. Так что представим, что на сегодняшний вечер я, Антуан Мари Проже, Жан-Батист де Сен-Экзюпери, а вы, журналисты, берущие у меня интервью, и мои дорогие читатели, и у вас есть возможность задать мне вопросы. Итак, ваши вопросы, господа. Да-да, месье Экзюпери, но не считают, что «Маленький принц» — это книга прощания с детством. А каким было у вас детство? Мое детство... Даже не знаю, с чего начать. Мои родители происходили из старинных, но обедневших дворянских родов. Я виконт. Отец, правда, умер, когда мне было всего 4 года. И забота о нашей большой семье, у меня было две старшие сестры, младший брат и младшая сестра, легла на плечи моей замечательной мамы. Брат, правда, умер, когда ему было всего 15 лет. Но не будем о грустном. Что еще вам рассказать? У всех у нас были смешные и забавные домашние имена. Позже в школе меня прозвали... Знаю, читал. Вас называли лунатиком. За привычку позвал, называли на звездное небо. Да. Ну, знаете, я все еще люблю смотреть на звездное небо. Смотришь, бывает, и забываешь, и где ты, и кто ты. И время и пространство как будто перестают существовать. И на какой-то миг... Как будто вновь ощущаю себя маленьким мальчиком. Звучит так романтично. Да, наверное, поэтому я решил стать пилотом, чтобы быть поближе к звездам. Месье Экзюпери, вы совместили в себе две очень разные профессии. Летчика и писателя. Как так получилось? Ну, вначале, как я уже говорил, у меня была страсть к небу. Желание писать созрело уже потом. Дело в том, что после первой моей авиакатастрофы... Первой. Боже, получил. Ну, что-то около того. Так вот, после первой моей авиакатастрофы, мне тогда было 23 года, я вынужден был оставить авиацию и впервые попытался заняться литературой. Писать мне всегда нравилось. Но небо никак не отпускало, да? Да. Небо не отпускало. И через 3 года я снова решил стать пилотом. Ой, молодец! Работал в компании, поставлявшей почту в Северную Африку. Какое-то время жил на самом краю Сахары. Был начальником небольшого аэропорта Марокко. Там написал свою первую книжку. После возвращения во Францию вы отправляетесь в Южную Америку. На месте вам не сиделось? Да, не сиделось. Я работал в филиале нашей почтовой компании. Летал, писал. А не скромничайте, вы тогда были награждены орденом почетного легиона за вклад в развитие гражданской авиации. Ну да. А самое главное, это то, что я познакомился со своей дорогой женой Консуэлло. Позже мы переселились в Европу. Там я снова попадал в новую авиакатастрофу. Да. В 34 году начал работать в газете в качестве корреспондента, побывал в России, в Москве, а также в Испании, где в то время шла гражданская война. В 1935 году вышел знаменитый сборник ваших почерков «Планета людей», не так? Да. В той книжке я впервые попытался поделиться какими-то своими мыслями. Она
нашем времени и нашей жизни. Там есть один эпизод, где вы рассказываете, как ваш самолет врезался в пески Ливийской пустыни. Бак разбился, бензин вытек, воды практически не осталось. Это же ужасно! А потом это стало завязкой Маленького принца, да? Планета людей быстро сделалась необычайно популярной. За нее мы получили гран-при Французской академии и национальную премию США. Но почивать на лаврах не довелось. Началась война. Кимушон уже 40-й год. Последствия перенесенных катастроф давали о себе знать все сильнее. Он устал, очень устал. Его признали годным только для службы на Земле, но он все-таки сумел добиться назначения в авиационную разведгруппу. Он прилетал на занятыми немцами городами, был награжден орденом за боевые заслуги. Пытались убедить его, что он принесет гораздо больше пользы стране, будучи журналистом и писателем, что ему не нужно рисковать своей жизнью. Конечно. Может быть, они в чем-то правы. Но я считаю, что обязан сражаться в этой войне. Все, что я люблю, под угрозой. У нас в Провансе, когда горит лес, все, кому не все равно, хватают ведра и лопаты. Я просто не могу спокойно оставаться в стороне и смотреть на это. После поражения оккупации Франции Экзюпери выехал в Соединенные Штаты. Именно там, в Нью-Йорке, 80 лет назад, он и написал своего маленького принца. А потом кто-нибудь расскажет, что было в школе? Да, в 43-м году вступил в ряды сражающейся Франции и вновь большим трудом добился своего зачисления в боевую летную часть. Да, вот что он писал тогда в письме Консуэла. Я еду, опять еду на войну. Я знаю только один способ быть в ладу собственной совестью. Этот способ – не уклоняться от страданий. Я не хочу быть убитым, но с готовностью приму именно такой конец. А в письме другу незадолго до гибели написал: я выбрал работу на максимальный износ, и поскольку нужно всегда выжимать себя до конца, уже не пойду на попятный. Хотелось бы только, чтобы эта гнусная война кончилась, прежде чем я истаю, словно свечка в струе кислорода. У меня есть что делать и после нее. Делать ничего не пришлось. 31 июля 44 года Антуан де Сент-Экзюпери вылетел из аэропорта на острове Корсика в разведывательный полет, из которого не вернулся. Спустя годы обломки его самолета были подняты со дна моря и сейчас находятся в музее авиации и космонавтики в Лебурже под Парижем. Но главным памятником Экзюпери стали, конечно, его книги. И в первую очередь «Маленький принц». О нем наш рассказ. Совсем не хочу, чтобы мою книжку читали просто ради забавы. Сердце мое больно сжимается, когда я вспоминаю моего маленького друга, и нелегко мне о нем говорить. Прошло уже 6 лет с тех пор, как он покинул меня, и я пытаюсь здесь рассказать для того, чтобы его не забыть. Это ведь очень печально, когда забывают друзей. И я боюсь стать таким, как взрослые, которым ничего не интересно, кроме цифр. А ведь все взрослые когда-то были детьми. Просто мало кто из них еще об этом помнит. Голос! А любит он играть в игры? А ловит ли он бабочек?
чем занимаются его родители? Сколько зарабатывает его отец? И после этого воображает, что узнали человека. Когда рассказываешь взрослым, я видел дом из розового кирпича. Вот как у него герань. А на крыше голуби. Они никак не могут представить себе этот дом. Да нет, нет, не так. Нам нужно сказать, я видел дом за 100 000 франков. Я видел дом за 100 000 франков. Вот, вот так, вот тогда мы все дружно воскликнем. Какая красота! Точно так же, если им сказать, вот доказательство того, что маленький принц существовал. Он был очень-очень славным. Он смеялся, и ему очень хотелось иметь барашка. Да. А кто хочет иметь барашка, тот, безусловно, существует. Конечно! И если им сказать так, они просто пожмут плечами и посмотрят на тебя, на смешленного младенца. Ничего не понимаю. Потому что такой народ эти взрослые. Да. Но если сказать им так, он прилетел с планеты, которая называется астероид B612, это их убедит, и они не станут отвечать вас расспросами. Астероид B612 был замечен телескоп лишь один раз. Одним турецким астрономом. Астроном тогда доложил о своем открытии на международном астрономическом конгрессе. Но никто ему не поверил. А все потому, что он был одет по-турецки. Уж такой народ эти, взрослые. К счастью, для репутации астероида B612 турецкий султан приказал всем своим подданным под страхом смертной казни носить европейское платье. В 1920 году тот астроном снова доложил о своем открытии. И в этот раз он был одет по последней европейской моде, и все с ним согласились. Уж такой народ эти взрослые. Да уж, такой народ эти взрослые. Но мы, те, кто понимаем, что такое жизнь, мы, конечно же, смеемся над номерами и цифрами. Смеемся над номерами и цифрами. Постой, ты, поди-ка сюда. Я хочу тебе кое-что поручить. Я охотно хотел бы начать эту повесть как волшебную сказку. Я хотел бы начать так. Жил да был маленький принц. Да. Он жил на планете, которая была чуть побольше его самого, и ему очень не хватало друга. Те, кто понимают, что такое жизнь, сразу бы поняли, что все это чистая правда. Я могу ошибиться в каких-то важных подробностях, но вы уж не в защите. Мой маленький друг никогда мне ничего не объяснял. Быть может, он думал, что я такой же, как он. Но я, к сожалению, не могу увидеть барашка сквозь стенки ящика. Быть может, я все-таки немного похож на взрослых. Наверное, я старею. На планете маленького принца всегда росли простые, скромные цветы. Они и на других планетах почти повсюду встречаются. У них было мало лепестков, они занимали совсем мало места и никого не беспокоили. Поутру они открывались в траве, а под вечер увядали. Поутру открывались, а под вечер увядали. Утром они открывались в траве, а под вечер увядали. А поэтому
Пророс однажды из зерна, занесенного неведомо откуда. Маленький принц не сводил глаз этого ростка, не похожего на все остальные ростки и былинки. А вдруг это какая-нибудь новая разновидность баобаба? Разновидность баобабов? А при чем тут баобабов? Эти огромные деревья величиной с колокольню, а астероид B612 ведь совсем маленький. Баобабы пока не вырастут. Тоже бывают совсем маленькие. На планете маленького принца растут травы полезные и вредные. А значит, есть там хорошие семена полезных трав и вредные семена сорной травы. Но семена невидимы. Они спят глубоко под землей, пока однажды одно из них не вздумает проснуться. И тогда оно пускает росток и тянется к солнцу. Сперва такое милое и безобидное. Если это какая-нибудь дурная трава, то надо вырвать ее с корнем, как только ее узнаешь. Тем более, если это новая разновидность баобаба. На планете маленького принца, так же, как и на других планетах, есть ужасные зловредные семена. Это семена баобабов. Почва планеты заражена ими. А если баобаб не распознать вовремя, он атакует всю планету, он пронизывает насквозь своими корнями. А если баобабов много, они разорвут ее на клочки. И он не вырвал вовремя три кустика! Свою планету. Непременно нужно каждый день выпалывать баобабы. Иная работа может и подождать немного. Вреда не будет. Но если дать волю баобабам, беды не миновать. Да, беды не миновать. К сожалению, не все понимают это. Или понимают только тогда, когда уже слишком поздно. Вы уж простите нас за это отступление. Но опасность слишком велика. Поэтому мы говорим вам, люди, берегитесь баобабов. Берегитесь баобабов на ваших планетах. А тем временем кустик, с которого мы начали наш рассказ, быстро перестал тянуться ввысь, и на нем появился бутон. Маленький принц никогда еще не видал таких бутонов. Нет, этот росток совсем не похож на росток баобаба. А неведомая гостья, еще скрытая в стенах своей зеленой комнатки, все готовилась, все прихорашивалась. Она наряжалась неторопливо, один за другим, примеряя лепестки. Она заботливо купировала краски. Она не жалела времени и сил, тщательно готовилась к торжественному моменту. Она хотела показаться во всем блеске своей красоты.
она не желала явиться на свет, растрепанной, словно какой-то маг. Да, это была ужасная кокетка. Таинственные приготовления длились день за днем. И вот, наконец, однажды утром едва взошло солнце, и лепестки раскрылись. Я на силу проснулась. Прошу меня извинить, я не совсем готова, наверное, немного растрепанная. Как вы прекрасны! Да, правда. Заметьте, я родилась вместе с солнцем. Маленький принц, конечно, догадался, что удивительные гости не страдают избытком скромности. Зато она была так прекрасна, что дух захватывал. На моей планете тигр не водится. Ну и потом, тигры не едят траву. Я не трава! Простите меня. Нет, тигры мне не страшны, но я ужасно боюсь сквозняков. У вас здесь нет какой-нибудь ширмы? Растение, а боится сквозняков. Очень странно. Какой трудный характер у этого цветка. Когда настанет вечер, накройте меня колпаком. У вас здесь слишком холодно, очень неуютная планета. Там, откуда я прибыла. Она не договорила, ведь ее принесло сюда еще зернышко, и она ничего не могла знать о других. Глупо лгать, когда тебя так легко уличить. Красавица смутилась, потом кашляла раз другой. Чтобы маленький принц почувствовал, как он перед ней виноват. Ну где же ширма? Я хотел пойти за ней, но не мог же вас не дослушать. Тогда она раскашлялась еще сильнее. Пускай все-таки маленький принц почувствует себя виноватым. Хотя маленький принц и полюбил прекрасный цветок и рад был ему служить, но вскоре в душе его пробудилось сомнение. Простые слова он начал принимать близко к сердцу и стал чувствовать себя очень несчастным. Несчастным и одиноким. Какая она капризна, постоянно чем-то недовольна. Ее отношение ко мне, она прекрасна, но нет, не могу я так больше. Он решил оставить свою планету и отправиться странствовать с перелетными птицами. Он думал, что никогда не вернется.
когда маленький принц последний раз полил и собрался накрыть колпаком чудесный цветок, ему даже захотелось плакать. Прощайте. Прощайте. Я была глупая. Прости меня. Постарайся быть счастливым. Маленький принц застыл, смущенный, растерянный. Откуда эта тихая нежность? Да, да, я люблю тебя. Но я вина, что ты этого не знал. Да это и не важно. Но ты был такой же глупый, как и я. Постарайся быть счастливым. Оставь колпак, он мне больше не нужен. Но ветер... Не так уж я и простужена. Ночная свежесть пойдет мне на пользу. Ведь я цветок. Но звери, насекомые... Должна же я стерпеть двух-трех гусениц, если хочу познакомиться с бабочками. Они должны быть прелестны. Но кто же станет меня навещать, ты не будешь так далеко? А больших зверей я не боюсь. У меня тоже есть когти. Да не тяни же, это невыносимо! Решил уйти, так уходи! Это был очень гордый цветок. Напрасно я ее слушал. Никогда не надо слушать, что говорят цветы. Надо просто смотреть на них и дышать их ароматом. Мой цветок напоил благоуханием всю мою планету, а я не умел ему радоваться. Все эти разговоры о когтях и тиграх, они должны меня растрогать. А я разозлился. Ничего я тогда не понимал. Нужно было судить не по словам, а по делам. Она озаряла мою жизнь. Я не должен был бежать. Среди этих жалких хитростей и уловок я должен был угадать нежность. Ведь цветы так непоследовательны. Но я был слишком молод. Я еще не умел любить. Маленького принца были астероиды. 325! 326! 327! 328! 329! И 330! Хай!
На первом астероиде жил король. Добрый день. О, вот и подданный. Как это он меня узнал, подумал маленький принц. Короли. Ведь он видит меня всего лишь первый раз. Короли смотрят на мир очень упрощенно. Все люди для них подданные. Подойди, я хочу тебя рассмотреть. Маленький принц оглянулся. Нельзя ли где-нибудь сесть? Он так устал. И вдруг он зевнул. Король оторопел от такого грубого нарушения этикета. Этикет не разрешает зевать в присутствии монарха. Я запрещаю тебе зевать. Простите, я очень долго был в пути и совсем не спал. Ну, тогда я повелеваю тебе зевать. Многие годы я не видел, чтобы кто-либо зевал. Мне даже интересно. Итак, зевай! Таков мой приказ. Но я робею, я больше не могу. Ну, тогда то зевай, то... Король запутался и, кажется, даже немного рассердился. Ведь для короля самое важное, чтобы ему повиновались беспрекословно. Непокорство он бы не потерпел. Ваше Величество, а могу ли я вас спросить, а чем вы правите? Всем. Всем, просто ответил король. Всем? Всем этим вы правите? Да. Да, просто отвечал король. Ибо он был поистине абсолютный монарх и не знал никаких пределов и ограничений. И даже звезды вам повинуются? Звезды повинуются мгновенно. Я не терплю непослушания. Маленький принц был восхищен. Ваше Величество, я очень люблю смотреть на закат. Однажды на своей планете я за один день видел закат солнца 43 раза. Пожалуйста, сделайте милость. Повелите солнцу закатиться. На планете маленького принца стоило только передвинуть стул на несколько шагов, и можно было вновь любоваться закатным небом. Стоило только захотеть. Вот бы мне такое могущество – повелевать солнцу. Я бы тогда смог смотреть на закат солнца не 43 раза в день, а то 72, и даже 100, а то и 200 раз. И при этом мне не приходилось бы передвигать стул с места на место. Когда станет очень грустно, хорошо посмотреть, как заходит солнце. А будет тебе заход солнца, но сперва я... Как ты думаешь, если я прикажу какому-нибудь генералу летать с цветка на цветок, или сочинить трагедию, или обратиться морской чайкой, и генерал не выполнит моего приказа, кто будет виноват, он или я? Ну, вы, ваше величество. Совершенно верно. С каждого нужно требовать то, что он может дать. Власть, прежде всего, должна быть разумной. Если ты прикажешь своему народу броситься в море, он устроит революцию. Я имею право требовать послушания, потому что веления мои разумны. А как же насчет захода солнца? Напомню, маленький принц. Раз о чем его спросив, он уже не успокаивался, пока не получал ответа. Будет тебе заход солнца? Сегодня он где-то будет. 7:40. 8:00. И тогда ты точно увидишь, как исполняется мое повеление. Мне пора. А, не пора, не пора, не пора! Я назначу тебя министром. Министром чего? Министром юстиции! Юстиции? Но ведь здесь же некого судить. Тогда суди сам себя. Себя судить всегда сложнее, чем других. Да. Но себя судить я могу где угодно. Подойди сюда. Ты знаешь, на моей планете живет старая крыса.
она скребется по ночам. Ты бы мог судить эту старую крысу. От тебя будет зависеть ее жизнь. Но каждый раз придется наблюдать. Правильно, надо беречь старую крысу, ведь она у нас одна. Не люблю я выносить смертные приговоры. Ну и вообще, мне пора. А не пора, не пора! Если вашему величеству угодно, чтобы ваши повеления исполнялись беспрекословно, вы бы могли отдать благоразумное приказание. Например, повелите мне пуститься в путь, ни мешка, ни минуты. Мне кажется, что условия для этого самые что ни на есть благоприятные. Король не отвечал, и маленький принц отправился в путь. Назначаю тебя послом! Крикнул вдогонку ему король. И вид при этом у него был такой, точно он не потерпел бы никаких возражений. Странный народ, эти взрослые, сказал маленький принц, продолжая путь. Части. А как это восхищаться? Ой, всех всему надо учить. Давай, похлопай-ка в ладоши. Здесь веселее, чем у старого короля. Нет, нет, так не годится. Нет, надо так. Бить! Браво! Брависсимо! Брависсимо! Восхитительно! Великолепно! Понял? Понял. Давай. Начинай. Браво! Восхитительно! Великолепно! Так минут пять продолжалось одно и то же, и маленькую принцу до нас скучно. Но чистолюбец ничего не слышал. Тщеславные люди, в общем-то, всему кроме похвалы. Ой, ты в самом деле мой восторженный почитатель, да? А как это почитать? Почитать? Это значит признавать, что на всей этой планете я всех красивее, всех элегантнее, всех обворожительнее, что я всех богаче, всех умнее, всех популярнее, что я самый кул, самый шарман, самый клёвый, самый! Но ведь на твоей планете больше нет никого. Фу, ну и что, что нет? Да
лучше. Меньше конкуренции. Все равно доставь мне удовольствие. Восхищайся мною. Я восхищаюсь. Ну а что тебе от этого за радость? Тьфу, что за дурацкий вопрос? Мне радостно от того, что мною все восхищаются. Ну или хотя бы кто-то, вот ты, например. Ну почему ты перестал восхищаться, а? Что-то не так с прической, с макияжем? Давай, давай, ладоши, вместе и аплодисменты! Шквал аплодисментов! Право же, взрослые, очень странный народ. Нил сбежал от чистоты. Добрый день. А что ты делаешь? Пью. А зачем ты пьешь? Чтобы забыть. О чем забыть? Хочу забыть, что мне совестно. А чего же тебе совестно? Совестно? Пить. Пьешь, чтобы забыть, что тебе совестно пить? Thank you.
Следующий астероид принадлежал деловому человеку. Добрый день. Добрый день. Ваша сигара погасла. 3 до 2, 5, 5 до 2, 17. Добрый день. А, некогда спичкой черкнуть. Итак, стало быть, 501 729 631. 500 миллионов чего? А, тише здесь. 500 миллионов, может, не знаю чего, у меня столько работы. Я человек серьезный, мне не до болтовни. 500 миллионов чего? Деловой человек понял, что нужно ответить. Иначе не будет ему покоя. 500 миллионов, уж не знаю чего, таких маленьких штучек. Маленьких штучек? Ну, что ли, мухи? Да нет же, такие маленькие, блестящие. Пчелы? Да нет же, такие маленькие, золотистые. Всякий лентяй, как посмотрит на них, так и размечтается. А я человек серьезный, мне мечтать некогда. А, звезды? Во-во, звезды. 500 миллионов. 501 722 631. Я человек серьезный, я люблю точность. А что ты делаешь со всеми этими звездами? Что я делаю? Ничего, я ими владею. Владеешь звездами? Угу. Я уже видел короля, который... Короли ничем не владеют. Они лишь только правят. Это совсем другое дело. А как ты можешь владеть звездами? А вот так. Я читаю их, пересчитываю. Это очень трудно, но я человек серьезный. Ну а как ты ими можешь владеть? Чтобы быть богатым. А для чего быть богатым? Чтобы покупать еще новые звезды, если их кто-нибудь откроет. Забавно. Он рассуждает почти как пьяница. А как можно владеть звездами? Звезды чьи? Ну, не знаю. Ничьи. Значит, мои. Потому что я первый до этого додумался. И этого довольно? Ну, конечно. Если у тебя есть какой-нибудь, ну, допустим, алмаз, у которого нет хозяина, он твой. Если, допустим, ты найдешь какой-нибудь остров посреди океана, у которого нет владельца, он твой. Если тебе в голову придет какая-нибудь идея, ты берешь на нее патент, она твоя. Я владею звездами, потому что до меня никто не догадался ими завладеть. Ну а что ты с ними делаешь? Считаю, пересчитываю. Очень трудно. Я человек серьезный. Я человек серьезный. Я человек серьезный. Если у меня, например, есть шарф, я могу обвязать его вокруг своей шеи и унести с собой. А ты же не можешь забрать звезды. Нет. Но я могу положить их в банк. Банк? Да. Как это? А вот так. Беру бумагу, записываю на ней, сколько у меня звезд, кладу ее в банк и запираю на ключ. И все? Этого довольно. Забавно. Но не так уж это все и серьезно. Что серьезно, а что несерьезно, маленький принц понимал по-своему. Не так, как взрослый. У меня есть цветок. И каждое утро я его поливаю. У меня есть 3 вулкана. И каждую неделю я их прочищаю. Все 3 прочищаю, и потухший тоже.
Мало ли что может случиться. И моему цветку, и моим вулканам полезно то, что я ими владею. А звездам от тебя нет никакого толку. Хватит! Хватит отвлекать меня пустыми разговорами! Я занят! Я очень занят! Я человек серьезный! Прощай! Да, взрослые и правда. Поразительный народ. Пятая планета была меньше всех. На ней только помещались, что фонарь да фонарщик. Зачем на крохотной, затерявшейся в небе планетке, где нет ни домов, ни жителей, нужны фонарь и фонарщик? Добрый день! А зачем ты погасил фонарь? Добрый день, такой уговор. А что за уговор? Гасить фонарь. Добрый вечер. Зачем же ты опять его зажег? Такой уговор. Добрый день. Ничего не понимаю. И понимать тут нечего. Уговор есть уговор. Тяжелое у меня ремесло. Когда-то это имело смысл. По утрам я гасил фонарь и опять его зажигал. И у меня был целый день, чтобы отдохнуть. И ночь, чтобы выспаться. Добрый вечер. А потом уговор... переменился? Уговор-то не менялся. В том-то и беда. Моя планета год от года вертится все быстрее, а уговор остался прежним. Добрый день. Ну и как быть теперь? Да вот так. Моя планета делает оборот в одну минуту, и у меня нет ни секунды покоя. Каждую секунду, каждую минуту даже я гашу фонарь и опять его зажигаю. Добрый вечер. Вот забавно. Так у тебя... день длится всего лишь одну минуту. Молодой человек, ничего тут нет забавного. У меня нет ни секунды покоя. Добрый вечер и добрый день. Я знаю средства. Ты можешь отдыхать, когда только захочешь. Больше всего на свете мне бы хотелось бы отдыхать. Продолжай. Твоя добрый планета вечер. Такая маленькая. Ты можешь обойти ее всего лишь в 3 шага. И просто нужно идти с такой скоростью, чтобы все время оставаться на солнечной стороне. Если тебе захочется отдохнуть, ты все иди, 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 и день будет длиться столько, сколько ты пожелаешь. От этого мне мало толку. Больше всего на свете я люблю спать. Добрый день. Ну тогда плохо твое дело. Да, да, плохо мое дело. Добрый вечер. Прощай. Добрый день. Ты мне очень... нравишься. Я бы с удовольствием с тобой подружился бы, но твоя планета слишком крохотная. На ней нет места для нас двоих. Вот стало быть человек, которого все стали бы презирать. И король, и чистолюбец, и пьяница, и делец. И может быть и вправду он нелеп, но он не так нелеп, как они. В его работе все-таки есть смысл. Когда он зажигает фонарь, как будто рождается звезда или просыпается цветок. А когда он его гасит, как будто звезда или цветок засыпают.
Это по-настоящему, это полезно, потому что красиво. Из всех, с кем я встречался до этого, по-моему, он единственный, кто не смешон. Может быть, потому что он думает не только о себе. Маленький принц боялся признаться себе в том, что больше всего жалеет об этой маленькой чудесной планетке еще по одной причине. За 24 часа на ней можно наблюдать закат солнца 1440 раз. Шестой астероид был больше всех остальных. На нем жил географ. Молодой человек, вы записаны? Куда? Тогда подождите за дверью, пока вас позову. Но тут нет никакой... Тогда просто встаньте в сторонку и помолчите! Вы разве не видите, что я занят? С какой целью вы записались ко мне на прием? Я не записывался. Ну какая разница, вы же здесь, значит, для чего-то вам это было нужно. Мне просто было интересно. По личным интересам принимаем в понедельник и пятницу с 4 до 6. Следующий! Но тут больше нет никого. Да? Ну что ж. Только ради исключения я готов вас принять сейчас. Итак, вы кто? Путешественник? Нет, слишком. Садись. Откуда ты? Спасибо. А что это за огромные книги у вас? И что вы тут делаете? Я географ. А что такое географ? Это ученый, который знает, где находятся реки, моря, океаны и пустыни. Вот это настоящее дело. Ваша планета очень красивая. Океаны у вас есть? Этого я не знаю, сказал географ. А. Ну, а горы есть? Не знаю. Ну, а города, реки... Этого я тоже не знаю! Но вы же географ! Вот именно! Я географ! Я ученый! А не какой-нибудь там путешественник! Мне ужасно не хватает путешественников, ведь это не географы, кто ведут счет городам, рекам, морям, океанам и пустыням! Географ слишком важное лицо, он не выходит из своего кабинета. Но он принимает у себя путешественников и записывает их рассказы. Если кто-нибудь расскажет что-нибудь интересное, то географ наводит справки и проверяет, порядочный ли человек этот путешественник. А зачем? Как зачем? Если кто-то станет врать в книгах по географии, все перепутается. И если он выпивает лишнее, тоже беда. Почему? Потому что у пьяниц двоится в глазах. И там, где на самом деле одна гора, географ отметит две. Я знаю одного человека. Из него вышел бы плохой путешественник. Так вот, если окажется, что путешественник человек порядочный, то тогда проверяют его открытие. К
как? И тут и смотришь? Ну нет, это слишком сложно. Просто требуют, чтобы он предоставил доказательства. Например, если он говорит, что открыл большую гору, то пускай принесет с этой большой горы огромные камни. Ну а если... Ну, в принципе, ты сам путешественник, сам прибыл издалека. Давай, рассказывай мне о своей планете. Ну, у меня... Рассказы путешественников сначала записывают карандашом. И только после того, как путешественник предоставил доказательства, можно записывать чернилом. Начинай! Ну, у меня не так уж все интересно. У меня все очень маленькое. У меня есть 3 вулкана. Один, правда, потух, но 2 еще действующих. Мало что может случиться. Еще у меня есть цветок. Цветы мы не записываем. Почему? Это же самое прекрасное. Они эфемерны. А как это эфемерны? Молодой человек, книги по географии – самые драгоценные книги в мире. Ведь они никогда не изменяются. Ведь это редко бывает, что гора сдвинулась с места или океан пересох. Мы пишем о вещах вечных и неизменных. Но потухший вулкан может снова проснуться. А что такое эфемерный? Потух вулкан или действует, не важно. Важно одно. Гора, она неизменна. А что такое эфемерный? Спросил маленький принц. Это уже... значит тот, что должен скоро исчезнуть. Мой цветок должен скоро исчезнуть? Разумеется! Моя краса и радость недолговечна? Ей нечем защищаться от мира. У нее только есть что 4 жалких шипа. А я... Я бросил ее совсем одну на своей планете. Это впервые маленький принц пожалел о покинутом цветке. Но тут же мужество вновь вернулось к нему. Куда вы посоветуете мне отправиться? Посети планету Земля. У нее вроде бы неплохая репутация. И маленький принц отправился в путь. Но мысли его были о покинутом цветке. Если я помню о ней, значит, она не эфемерна. Если я помню и люблю ее, значит, она жива. Помню и люблю, значит, жива. Помню и люблю, значит, жива. Помню и люблю, значит, жива.